На заседании городского совета приглашены присутствующие прокурор города Сергей Васильевич, заместители главы города, руководители структурных подразделений и специалисты администрации. Есть у депутатов поправки в проект решения? Если есть, прошу сформулировать. Нет, тогда проголосуем по проекту решения в целом. Кто за то, чтобы принять данное решение в целом, прошу голосовать. Кто за? Будем говорить итоговое в этом году заседание городского совета. Первым и основным вопросом рассматривался принятие бюджета на 2023-2024-2025 годы. Работа по бюджету началась задолго до данного дня. Работа прошла профессионально на всех уровнях. И как результат на сегодняшний день бюджет был принят. Бюджет сбалансированный, бюджет рассматривает все вопросы, касающиеся деятельности всех подразделений города. Принят большинством наших депутатов. Фракция ЛДПР воздержалась, но это их позиция, поэтому я не буду ее комментировать. Кроме этого, провели последнюю, будем так считать, корректировку бюджета текущего года для того, чтобы подвести все данные и определиться с окончанием исполнения бюджета этого года. Городской совет проработал успешно, продуктивно в этом году, поэтому в преддверии наступающего Нового года всех поздравляю с праздником. Жители города Сосновоборска тоже, они тоже принимали активное участие в ряде, да практически во всех мероприятиях, которые были в этом году. Год был достаточно насыщенный. Очень много объектов введено. И я так понимаю, что жители нашего города практически все почувствовали эти улучшения. Поэтому всех с праздником, здоровья, успехов и успешного следующего года. В этом году мы работали очень плодотворно. Много объектов было принято и построено в нашем городе. Надеемся, что в следующем году будет не менее плодотворный он у нас. И, конечно же, бюджет сегодня был принят успешно, с чем всех поздравляю.